Доброго дня, уважаемые зрители канала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. В эфире очередная рубрика «Библиотека боевых искусств». И в этом выпуске я бы хотел сделать анонс нового журнала «Мир Дзюдо». Вот этот журнал у меня в руках. Журнал «Мир Дзюдо» на сегодняшний день – это единственное в России периодическое издание о дзюдо, но и не только о дзюдо, а также в этом журнале публикуются различные материалы о самбо и сумо и много полезной информации. Во втором номере за 2020 год много материалов интересных, не только тем, кто увлекается и изучает дзюдо, но также и другими видами боевых искусств, таких как карате, тхэквондо, айкидо и оздоровительных практик цигун, тайцзюань, ушу и так далее. Центральная рубрика, и она как бы вот не рубрика, а центральная статья, и на фотографии этой статьи вынесена на первую страницу обложки, это актуальная на сегодняшний день статья. Почему актуальная? Потому что она касается сегодняшней ситуации в мире, которая сложилась ввиду инфекции. И статья называется «Тренируемся на самоизоляции». Илья Рощин, Давид Бикбаев. Я думаю, что она будет тоже достаточно интересна узнать, как это все происходит. Тренировки на самоизоляции, а также есть много материалов, касаемых судейства, олимпийских игр, два больших интервью, одно с Александром Михайловичем и второе с Сергеем Табаковым. Помимо этого, хотелось бы сказать, что с этого номера журнал «Мир Дзюдо» открывает новую для себя рубрику. Эта рубрика, она проходит в рамках образовательной программы совместно с Обществом изучения боевых искусств «Планета Дзюдо», Школой комплексного развития «Рока Дзюдо» и одного из старейших детских литературно-художественных журналов «Мурзилка». Рубрика так и называется «Мурзилка и Дзюдо». В этом номере достаточно большая, много информации размещено в этой рубрике. Она будет интересна и детям, и взрослым. Поэтому я рекомендую, скоро уже этот номер выйдет из типографии, буквально на днях, и его можно будет заказать или подписаться, или приобрести. Ссылка, на журнал, на редакцию журнала «Мир Дзюдо» будет в описании. Так что каждый новый выпуск журнала «Мир Дзюдо» – это хорошее дополнение в библиотеку каждого мастера и просто любителя боевых искусств, и в частности дзюдо. Рекомендую журнал «Мир Дзюдо», второй номер 2020 года.